Всем привет, друзья! Сегодня распаковка небольшая. Покажу вам, что я получила из магазина Джуя на китайском. Сейчас идет распродажа как раз, и там есть скидки в этом магазине. Вот такая цепочка. Их в комплекте 4 цепочки. Можно и заказать миксом. Но я заказала вот все в золоте. Вот такая застежка здесь. Какая-то проба стоит. И вот что интересно, посмотрите здесь, как она закрывается. Здесь такой штыречек, вот есть такие сережки на цепочках. И здесь силиконовая внутри проставка, куда вставляется этот штыречек. И продеваем цепочку. И так мы можем регулировать длину цепочки. Насколько вам надо, короче, длиннее. Двигаем, и будет длинная, короткая цепочка. Цепочка такая очень тоненькая. Такое плетение интересное. Нежная, очень нежная такая, утонченная. И можно вот на нее повесить кулончик какой-нибудь. Сейчас я покажу, тут и кулончики есть. Вот, идут в комплекте 4 таких цепочки. Можно микс заказать, будет тоже интересно. Я думаю, микс, разные цвета там есть. И черный даже есть, вот такой кулон. Так, вот такой кулончик, подвеска, нежный такой. Все тут в стразиках, в золоте взяла, и хорошо подходит к цепочке. Сейчас померяем, хорошо проходит здесь. И закрываем, и делаем длину себе, какую вам надо. Мне так понравились такие цепочки. Посмотрите, какая красота. Да, ну он прям желтая-желтая на камеру. Но цвет такой приятный, не сильно яркий, интересный. Кулончик такой можно тоже регулировать длину и носить на цепочке такой кулон. Еще кулончик вот такой я заказала. Вообще какой красивый слоник. Посмотрите, какая красота. Он покрыт эмалью, и здесь идут еще и стразики, как вам видно, 3 стразика. Все так четко выполнено, прорисовано. Вот такой вот задничек. Он такой объемный слоник. Не плоский, а такой объемный, как будто слон. Тоже можно на цепочку одевать. Посмотрите, как красиво смотрится. И слоник был, по-моему, еще и белый, и черный, покрыт эмалью. Черной эмалью и белый. Очень красивый слоник. Мне понравился слон. Обалденный. Так, еще какие кулоны? Кулоны. Кулонов больше нет. Теперь идут такие кулоны, из которых нам надо делать бусики. Ну, применять фурнитуру такую. Это голова пантеры, наверное, с красными глазами я выбрала. Применить бусы какие-нибудь. Или хорошо подходит такая фурнитура, с жемчугом смотрится. Жемчуг можно поставить вот такие бусины между жемчуга. Стеклянные будут красиво. Здесь у нее, видите, в зубах колечко, которое открывается.
Я не буду сейчас открывать ногти. Портить не хочется пока. Потому что оно туго первый раз, а второй раз уже оно открывается лучше. И здесь вот петелька, посмотрите, какая большая. И можно подвесить сюда любой кулон, какой вам хочется. Кисточку можно сделать небольшую, потому что голова это не большая, она маленькая. И здесь, видите, перекладинка, за которую можно цеплять уже бусы. Классная голова и была, по-моему, золотая. Не помню, в черном цвете была, вот уже не помню. Так, дальше. Дальше вот сейчас покажу вот такой вот тоже кулон, не кулон. Я когда-то такую детальку заказывала давным-давно, и я ее сейчас подскажу вам. Здесь стразики, посмотрите, какие цветные. Вот такая изнаночка, ажурная, красивая. И здесь можно одевать его. Я, например, вот он, браслетик. Когда-то я покупала года два назад. И я делала браслет на резинке. И вот до сих пор она служит мне. Не потемнела, не почернела. Конечно, я хочу переделать браслет, потому что уже резинка вытянулась, она растянулась. И хочу переделать этот браслет. Поэтому я купила вторую такую детальку. Вот видите, здесь потемнее у меня. А вот так переверну. Немного потемнее стразик. Вот покупала два года назад и носила. И ничего с ним не произошло. С этим кулон, подвеска, я не знаю, коннектор. Ну, очень красивая деталь. По-моему, и в золоте было. Такая деталька. Мне понравилась. Красивая. Так, дальше. Вот такие кулончики. Вот еще кулончики надо. Солнышко. Посмотрите, какое солнышко красивое. Ой. Это солнышко. В стразиках. Солнышко у нас. Не пойму, улыбается или не улыбается. И вот такое кулон. Но здесь уже идет луна или месяц. Месяц. Здесь красивые стразики идут. Очень красиво. Переливается и все сверкает. Как будто лучи идут от месяца. Я еще такие заказала. Я хотела сделать серьги. И еще такую парочку заказала. Придут, наверное, скоро. Очень красивые подвески. Тоже можно так носить на цепочке. Красивые. Так, дальше. Дальше у меня вот такие проставочные коннекторы. Я думаю, коннекторы. Это очень красиво. Сейчас посмотрим. Они были, по-моему, и в других цветах. Здесь, посмотрите, две дырочки, за которые можно цепляться и сделать, я думаю, браслетик. Или даже если бусы будут тоненькие какие-нибудь. Ага, тут вот еще где дырочки, видите? Интересно. Здесь прям три высоко, и здесь две. Я думала браслетик сделать двухрядный, и вот их поставить, даже
несколько штук красивые подобрать бусины маленькие, стеклянные. Можно гематит красивый сейчас есть. И видите, такой цветочек. И будут переливаться эти стразики на руке. Здесь, не помню, сколько должно, 12, по-моему, быть в комплекте идет. Вот такой браслетик буду делать. Так, дальше. Дальше вот такие проставочные бусинки, как колесики. Но они уже идут со стразами. Здесь есть вот такое углубление, куда хорошо бусина становится, круглая. А сейчас я возьму бусину. Вот бусина тут, углубление становится бусина, и очень красиво получается. Красивые такие. Качество, конечно, хорошее. Все стразики на месте. Вот в комплекте 10 таких идет бусин, то есть колесиков проставочных. Дальше застежку вот такую взяла, сделать какое-нибудь тоже утонченное украшение. Сделать, например, с жемчугом. Посмотрите, какой бантик здесь красивый, весь в стразиках. И вот такие, как карабинчики, они открываются здесь. Ой, не буду сейчас пробовать. Вот они здесь открываются. Вот видно. Да. Открываются здесь. Вот видите. Вот эта деталь открывается. Здесь вот перекладина, за которую можно тросик провести. И сделать украшение с жемчугом. Будет красиво. Впереди бантик поставить. Застежку эту можно ее потом снимать, и, наверное, еще что-нибудь прикрепить можно за эти карабинчики. Потом разработаю. Я боюсь, сейчас ногти лак повредить. Вот такая застежка интересная. Так, дальше вот такая деталь красивая, коннектор, он красивый, посмотрите, как он переливается здесь. По-моему, все в стразах. Вот здесь тоже стразики идут, вот здесь стразики идут, большой такой. Циркон, не циркон, но переливается просто великолепно. И цвет под аметист. Цвет красивый. И посмотрите, вот такая вот она высокая деталь эта, за которую можно прикрепить где угодно. С любой стороны. Можно и так ее повесить. Здесь прикрепить бусы. Здесь можно даже подвесочку сделать. Можно так прикрепить. И сюда подвеску сделать. Я думала, у меня аметист все лежит, никак не дойду. Подобрать бусины такого цвета. У меня аметист похожий. И сделать вот такую подвеску впереди. Такая красивая, и недорого стоило, что-то 300 рублей такую на Алиэкспрессе. Потому что в магазин я ходила, тут у нас смотрела, такие детали вообще не очень дорого стоят. Цены не сложишь.
А это, считайте, 300 рублей, я считаю, что это очень дешево. А сейчас скидки, может быть, она еще и дешевле стоит. Зайдите, посмотрите, если вас заинтересовала такая красота. Очень красивая деталь. И такое золото, вот наше русское старое золото, вот такой цвет у нее. Мне очень понравилось. Красивая. Так, дальше. Листики. Вот такие листики. Очень красивые листики. Плотные, плотные. Это такое черненное золото. Сделать кулон. И здесь дырочка. Можно. Почему-то мне три положили. Потому что мне что-то не положили, наверное. А это положили. Вот посмотрите, как можно сделать. И здесь уже подвеску делать. Я думала серьги сделать, но они, мне кажется, будут тяжеловатые, сережки. И под серебро были такие листики. Очень красиво все выполнено. Вот сзади тоже рисуночек. И немножко почерненное такое. Хорошие плотные листья. Прям тяжеленькие очень. И вот такие бусины. Бусины бронзовые. Так, высыплю. Бусины под бронзу. Но бусины красивучие. Они небольшие, где-то сантиметр. Но здесь рисуночек. Посмотрите, розочка. Хорошо, четко видно рисунок. И двухсторонний. Если она будет крутиться вдруг, с двух сторон рисунок выражен хорошо. Вот так вот сбоку. Красивая такая проставочная бусина. Понравились мне такие бусинки под бронзу. Как раз то, что надо. С бронзой мы дружим. Любим такое. Вот такие у меня были сегодня покупочки, товары, фурнитура, кулоны, цепочки. Все очень интересное. Сейчас идут скидки хорошие. Это все можно купить недорого, я думаю. Потому что в других магазинах это очень-очень дорого. А на Алиэкспрессе все дешевле в два раза. Вот такой слоник обалденный. И стоит там недорого. Так что заходите, все ссылочки будут под видео. Покупайте. Желаю вам хороших покупок, выгодных. Ну а если вам понравилось, поставьте мне пальчики, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока!